Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале АЛЛАТРА ТВ России. И сегодня в прямом эфире мы поговорим о городе Салехарде, а также еще о созидательном обществе. Созидательное общество – это проект международного общественного движения АЛЛАТРА. И сейчас в проекте «Созидательное общество» мы находимся на этапе информирования. Это первый этап. Всего этих этапов три. И в полном объеме с ними вы можете ознакомиться на сайте allatraunites.com в разделе «Статьи». Там можно найти статью о созидательном обществе, об этапах построения созидательного общества. А также мы приглашаем всех наших зрителей, всех людей Земли на международную общечеловеческую конференцию 20 декабря 2020 года, которая пройдет в онлайн-формате. И к этой конференции может присоединиться любой человек. Мы будем обсуждать созидательное общество, что такое объединение, как мы это понимаем, как нам перейти от потребительского формата общества к созидательному, как нам всем это организовать, чтобы жить в мире и согласии. А сейчас Ирина нам расскажет о теории шести рукопожатий. Здравствуйте! Очень радостно всех приветствовать. Согласно теории шести рукопожатий, все жители Земли знакомы друг с другом через шесть рукопожатий, то есть через цепочку из пяти друзей. И здорово, как было сказано, что мы сейчас это проверим на практике. А сейчас давайте познакомимся с нашим участником, жителем города Салехарда. Здравствуйте! 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 Меня зовут Николай. Я последние 9 лет живу в Салехарде. Приехал сюда в 2011 году в качестве инженера для развития мобильной связи конкретно на территории Салехарда, соседних районов и самого. Узнал о Салехарде подробно только когда уже приехал практически, что город оказывается довольно старый. Первые поселения здесь были в середине прошлого тысячелетия. Значит, в 1595 году первый острог Авдорский здесь был заложен казаками сибирскими. Был населенный пункт Абдорск. В 1700-х годах был он и крепостью, и востоком, потом как оборонительное сооружение утратило свою необходимость и стал селом Абдорском. В нем проходили различные ярмарки и рыбалки, потому что очень удобное положение Абдорска здесь. Он на пересечении реки, река Обь, которая течет через всю Россию с запада, с юга на север, из Азии. И тут же широтный, так сказать, побережье Северного Ледовитого океана, в котором общались все народы, выгодное положение было. Первый раз, когда приехал, были вот именно яркие первые впечатления, потому что мы езжали со Средневала, Екатеринбург, Нижний Тагил, и это было конец мая, то есть еще и совсем лето, то есть довольно-таки прохладно тоже. Ехали 3 дня, приехали на полярный круг, 31 мая приезжаем, а здесь в эти дни жара больше 25 градусов плюс. Оказывается, на полярном круге в городе Салехарде есть пляж, люди на нем
купальниках, нормально, как на южном побережье. То есть вот это было первое приятное впечатление. Правда, вскоре все вернулось, нормально стало, как на севере, то есть здесь прохладно. Ездили в Салехарду, в аэропорт мы проезжали потом, а вот на въезде с переправы, чтобы пояснить, что Салехарду на острове, то есть мы ехали поездом до Лабытнанги, а потом паромом переправлялись на сторону Бабикаби из Салехарду. И вот ездили в город, бросил глаза, а потом весь разноцветный, яркий. Даже и не только новые дома построены и окрашены в яркие цвета, но и довольно старые дома, деревянные, обшитые цветным симпатичным сайдингом, весь город яркий. Это было летом, а зимой, поскольку здесь... И на зима короткие очень дни, и почти все время ему темно. Весь город подсвечен яркими разноцветными огнями. Весь. Как такое впечатление, что постоянный праздник. Вот примерно такие впечатления были поначалу. А сейчас напоминанием о том, что это древний город, на памятник на въезде в Салехард, и стоит памятник мамонту. И под ним написана дата. 425 лет Салехарду в этом году. И есть реконструкция города, вернее, поселения Абдорск 17 века. Выполнено, открытое в 2006 году, это Абдорский остров, который выполнен по той же технологии, которая была принимала строительство в 17 веке, то есть как бы без единого гвоздя. Вот такие вот общие впечатления о Салехарде. Да, спасибо, Николай. Очень интересно, да, такие впечатления у вас, конечно, первые. И город, вот как мы видели в ролике, он действительно очень яркий, такой как праздничный, прям вот как само северное сияние, то есть вот такой вот яркий город. Захотелось приехать в этот город. Согласна. И вот насколько я знаю, то есть на территории Салехарда, вот на севере, живут еще коренные народы. И они живут там достаточно давно, то есть уже много веков. И при этом культура этих народов, то есть вот она не теряется. И в Салехарде проходит достаточно много каких-то культурных мероприятий, вот таких вот, именно связанных с особенностями, с национальными особенностями. Вот расскажите еще об этом, пожалуйста, Николай. Есть центр национальных культур окружной, в том числе вот, то, что в Сербии используется, есть и организованный центр национальных культур. В нем представлены и имеют возможность заниматься, развивать свои национальные культуры. И коренные народы, немцы, ханты, селькупы, и народы, которые приехали сюда, но тоже живут довольно давно, довольно больших количествах. Здесь большинство, конечно, русского народа, много украинцев, большая диаспора народа, много выходцев из бывшего Советского Союза, азиатских. Поэтому день города, который обычно празднуют в сентябре, в начале, на одной из площадей организовывается марафон вот этих национальных культур, где каждая диаспора представляет свои национальные коллективы, поют песни национальные, в том числе на родных языках, и национальные малые народы,
тоже, и вот все остальные диаспоры, которые есть, представляют. Есть национальные певцы, есть писатель национальный, здесь музей Леонида Лапцуя есть. Есть люди, которые кино снимают на национальных языках. Есть на региональном телевидении передачи на национальных языках, на языках коренных народов всех. То есть культура поддерживается. В школах преподается есть предмет родной язык. То есть в начальных классах родной язык и чтение, литература родной язык. В старших классах родной язык и искусство, и литература. То же самое. Причем родители сами выбирают с детьми из трех языков. Могут на них изучать. То есть, в законе принято такое решение, что коренными считаются три языка: немецкий, английский и сербский. И эти языки могут использоваться не только всеми, но и при обращении в государственные органы люди могут задать вопрос или подать какое-то заявление на родном языке и попросить, чтобы им ответили на их родном языке. И вот это звонит именно. Спасибо, Николай. И вот это взаимодействие народов, мне кажется, это очень важный момент, что у нас страна вообще многонациональная, да, то есть практически каждый город может заявить о том, что он многонациональный. И вот такое взаимодействие и умение договариваться, понимать друг друга, мне кажется, это очень важный момент для всех людей. И я знаю, что у вас есть вопрос для наших зрителей. Задайте его, пожалуйста. Да, для развития, скажем так, если можно попробовать ответить на вопрос, как, что означает в русском языке название города Лапы. Я еще раз повторю для зрителей, что означает, на как переводится название города Лабытанги. Спасибо. Спасибо, Николай. Это очень интересная и самобытная культура Ямало-Ненецкого автономного округа и города Салехарда. Это очень интересно, и в ролике мы могли посмотреть о том, как проходят мероприятия, как люди объединяются, и это очень здорово. А еще мне хочется узнать, я знаю, что в Ямале очень много производится, разрабатывается добыча газа, а ведь в местах, где идут разработки газовые, там очень много живет коренного народа. И скажите, пожалуйста, Николай, как происходит взаимодействие коренных народов и властей Ямало-Ненецкого автономного округа? Да, на самом деле Ямал является самым большим газоносным регионом. Здесь много добывается газа, многие места народов, малых народов, все. Вот есть так называемые родовые земли. Чтобы не было конфликтов, чтобы при добыче природных ископаемых соблюдались интересы людей, органы власти обязательно представлены люди, которые относятся вот к коренным народам Севера. Они имеют свое право, свое голоса там. Все множество каких-то разведывательные работы или там любые инфраструктурные объекты строительства, все происходит при их участии, обсуждается. Они высказывают свое мнение. Насколько это может их притеснить, повредить, какие будут последствия, как это можно компенсировать, в том числе после любых разработок предусмотрено
рекультивации земель. То есть сама по себе тундра после нарушения ее восстанавливается очень долго. Если человек не будет помогать, эти шрамы могут заживать очень долго. Поэтому народы местные обязательно участвуют в принятии решения по освоению этих земель. Пожалуйста. Спасибо, Николай. Опять же, вот мы услышали очень хороший пример взаимодействия того, как люди договариваются и при этом находят общий язык, да, и сохраняют, и в том числе и природу, да, учитывая интересы всех. Вот. И да. Это здорово. Вот. И я бы хотела, мы просто когда с вами общались, вы озвучивали очень интересный момент насчет образования, о том, как организовано образование в Ямало-Ненецком автономном округе. Вот поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, там очень созидательный пример. Есть образование и в Салихарде, и в Салихарде, и в Ямало-Ненецком округе. В чем может быть особенность в том, что коренные малочисленные народы севера есть, которые живут не совсем так, как уже сейчас укладывают. Многие живут, есть очень много народа местного, коренного именно, которые продолжают до сих пор вести кочевой образ жизни, живут в тундре постоянно, перемещаясь вместе со стадами оленей с летом дальше на север, на зиму уходят южнее, то есть постоянно кочуют полностью семьями, с карпом, с детьми, естественно, тоже. И с образованием у них будут проблемы. Поэтому два варианта здесь применяются. Основной – это каждым практически на большом поселке, определенный центр обязательно, существуют интернаты, школа-интернат, то есть в которые к началу учебного года за государственные средства вертолетами собирают детей в школу. Это основной способ. Они там живут на каникулы, точно так же организовано детей вертолетами доставят в стоимость, независимо от перемещения, или нет. Все это выясняется, все это организовано. Есть такая программа, как учитель выезжает в Сочи и живет практически с вот этими семьями, где с ними перемещается и в процессе жизни там учит и преподает различные предметы. Такая программа тоже есть. Здорово, спасибо. Пожалуйста. Это получается, что это уже сейчас в городе Салихарде власти задумываются о том, чтобы каждый человек, чтобы каждый ребенок получил образование. Это вот и есть тот созидательный пример хорошего взаимодействия. Это ценный, да, ценен каждый человек. Это о том, что мы сейчас говорим на этапе построения созидательного общества. А в городе Салихарде получается, что уже каждый человек ценен, каждый ребенок ценен, и он может получить доступное образование. Спасибо большое за этот замечательный и созидательный пример. Скажите, пожалуйста, Николай, вот мне, как жителю Урала, нам, ведущим, да, и многим, кто нас будет сегодня смотреть, Салихард, он расположен географически. Вот расскажите, как он расположен и как до него добраться? Уникальность Салихарда состоит в частности в том, например, что он единственный город, который расположен непосредственно на широте Северного полярного круга. Есть города севернее, есть южнее, на самом полярном круге на широте. На 60-й параллели вот один город такой есть. Но кроме вот такой
индивидуальности, скажем, еще есть сложность в том, что при вот той удобности, выгодности местоположения на пересечении торговых путей с древности, тем не менее, суровые вот эти северные условия, оттуда вокруг, по современным меркам, получается, что Салехард отрезан от основной части, допустим, в данном случае России, именно дорожными путями, отсутствием дорожных путей. В частности, летом здесь дороги на настоящий момент, на сегодняшний день. В одну сторону от Салехарда 60 километров есть асфальтированная дорога твердая. И в другую сторону до Харпа, если до Уральских гор, твердая дорога, асфальтированная тоже 60 километров. Еще вот на препятствие. То есть из Салехарда в Лабытнанги можно летом добраться только на пароме пока что. Моста нет. Поэтому железной дороги в самом Салехарде нет. Автомобиль дорог, вот то, что я сказал, нет, мы не понимаем. Вся связь только по реке. Все вот большие грузы транспортные, как правило, по реке, либо по железной дороге до Лабытнанги, там перекладными на пароме, либо авиация. Собственно, и Салехард дальше по поселкам, по населенным пунктам Ямала, Ненецкого округа, тоже авиация. Получается, что Салехард как бы на острове. И даже вот и все остальное территории России и мира здесь принято называть большой землей. Там, вот куда на землю едешь, да, едем. Я что-то там привез, с земли приел. И далее. Вот такие речевые обороты есть. В этом году вот как раз собирается открыть сквозную устраивать дорогу на больше 10 лет, потому что протяженность ее больше 340 километров по тундре, по болотистой местности, ручьев и речушек, много заложено труб обводных, много мостов и мостиков построить пришлось. И вот на следующий день, 10 декабря, Янау отмечает 90 лет. Это дача, как открыть сквозное движение по многогодичной дороге с Салехардом. При всей ее протяженности больше 340 километров на пути путешественнику не встретится ни одного населенного пункта. Кругом будет только туда. Пожалуйста. Большое спасибо, Николай. А вот смотрите, получается, друзья, вот такие суровые климатические условия, проживание, да, непростые в таких условиях. И ведь забота о людях, она очень важна. Вот. И получается, что доступность транспорта и передвижения – это очень значимый такой объект, о том, что сказал сейчас Николай. То есть эта дорога строилась 10 лет, и вот сейчас к празднику ее построили, вот 10 декабря будет праздник, и она будет открыта. Это еще раз показывает о том, что сейчас уже созидательное общество, оно уже сейчас есть, и есть вот такие положительные примеры. Спасибо большое, Николай. А сейчас хотелось бы перейти к самой главной части нашей встречи – созидательному обществу. Николай, скажите, пожалуйста, что для вас созидательное общество? Каким вы его видите? Поделитесь, пожалуйста. Созидательное общество – это, на мой взгляд, должно коренным образом отличаться от того общества, которое есть сейчас. Начиная с самого простого сочетания существования. Это общество, в котором не только мы сами могли бы там ходить по городам, улицам, где угодно, общество, в котором мы своих детей учили бы, что можно обратиться в случае необходимости к любому незнакомому человеку,
и даже нужно обращаться. Если не любой незнакомый человек поможет ребенку. Это общество, в котором образование доступно было бы всем, на котором и учили бы людей не так, как быть просто потребителем грамотным, а учили бы людей понимать жизнь, понимать мироустройство, понимать себя, понимать других людей, понимать суть процессов происходящих, для того, чтобы мог человек подвязать себя в том, что ему более подходит, в том, в чем он считает себя более удачным, более сильным, чтобы можно было реализовать любые свои проекты, чтобы идеология была преобладала та, которая подразумевает развитие способностей всех людей, чтобы каждый, чтобы можно было все достижения, я как технарь, что меня интересуют вот эти технологические вопросы, чтобы люди не боялись новых технологий, не боялись новых каких-то технических решений, не боялись, чтобы воспринимали разные цифровые технологии, цивилизацию, так называемую, чтобы знать, что оно разработано на благо людей и используется людьми во благо людей. Чтобы воспринимали нормально новые какие-то системные связи, средства связи, которые появляются, зная, что эти системы и средства связи разработаны с учетом безопасности, с учетом не для нашей, а для обеспечения коммуникации, чтобы не боялись новых вакцин, вакцинации разных, потому что знали бы, что это разработано и принято не для наживы людей, не для каких-то манипуляций, а именно для здоровья людей, что они предназначены только как необходимость, будут проводиться и тогда, когда это действительно необходимо. То есть, чтобы все люди понимали, что все делается для людей, если оно делается, значит, оно необходимо. То есть, это еще обеспечивалось бы и тем, что все эти разработки, все эти новшества, соответственно, они еще на стадии создания разработок были бы прозрачными, люди бы знали о них, кто разрабатывает, как разрабатывает, для чего разрабатывает. И тогда было бы все эти технологии сделать бы гораздо быстрее. Меньше было бы ненужной конкуренции. Сейчас многие конкурируют именно из-за того, что кто будет пользоваться этой технологией, использовать как инструмент, тот получит выгоду. А в рассоединительном обществе технология разрабатывается заведомо для блага людей, и, соответственно, ее можно быстро внедрять. Тогда. Не нужно вот этих этапов бестолковых. Вот примерно так. Спасибо. Очень отзывается ваше видение созидательного общества. И вообще, вот все, что мы слышим от людей, когда берем интервью, да, то есть вот вообще проект созидательного общества, он ведь основан, вот эти 8 основ созидательного общества, как раз-таки на ответах людей, которые мы услышали по всему миру. То есть люди говорят об одном и том же, о том, что они хотят мира, дружбы, согласия, вот такого доброго, спокойного взаимодействия. Вот. И вот эти 8 этапов, ну, точнее, 8 основ созидательного общества, которые, кстати, тоже перечислены в статье на allatravinac.com. Вот. И я бы сейчас хотела начать с первой основы, самой основной, самой фундаментальной. И она как раз-таки очень перекликается, как мне кажется, именно вот с тем, что Салехард и вообще северные районы, они очень труднодоступные, труднопроходимые.
Там и очень суровые условия работы, проживания. И вот как раз-таки первая основа – жизнь человека. Самое важное, чтобы на севере, в северных условиях обеспечивались условия для сохранения достойной жизни человека. И вы сейчас вот видите на экране первую основу. Звучит она так. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит, ценны все люди. Это первая основа, и я бы хотела предложить вам, Николай, поделиться, как вы это видите, как вы это понимаете, первую основу. Жизнь человека вполне закономерно должна быть важнее всего, хотя бы просто потому, что если нет этой жизни, то для чего тогда все остальное? Все остальное вообще тогда не имеет смысла никакого. Поэтому все должны относиться к жизни к своей и к чужой точно так же, как к своей. Только объединившись для того в желании сохранять любовь любого человека, мы можем быть уверены, что и собственную жизнь в случае опасности какой-то найдется, кому защититься. Вот это я тоже понимаю. Да, большое спасибо, Николай. Эта ценность, это самое важное, что есть у нас, у всего человечества, вы правильно сказали. Когда вы отвечали на вопрос, что для вас созидательное общество, вы затронули тему созидательной идеологии, то есть это пятая основа – созидательная идеология. И мне хотелось бы спросить у вас, еще раз, может быть, проговорить, вот сама идеология созидательного общества для вас, как вы видите ее? Идеология созидательного общества я вижу таким образом, что на примере вот собственной жизни меня родители и моих братьев и сестер учили, что нужно основываться на совести собственной. Но жизнь показывала, что очень много примеров, когда в каких-то спорных, сложных ситуациях очень часто вперед вырывались те люди, которые не сильно придерживаются своей совести, скажем так. То есть идеология общества была такова, что, ну, как в народе говорят, надо второе счастье, один из мягких вариантов. Так вот, идеология социального общества должна быть, на мой взгляд, такова, что пропагандируется поведение, взаимоотношения между людьми, при которых важным фактором является взаимоуважение, взаимопомощь, забота о других людях и о обществе в целом на вот основе с учетом личных качеств, чтобы исключались вот такие варианты, когда к управлению обществом приходят люди, для которых само общество и вообще оказывается просто таким материалом. То есть не как люди. То есть идеология созидательного общества должна это отсекать, чтобы все происходило в интересах жизни. Пожалуйста. Спасибо, Николай.
Да, и мы вот еще как-то с вами общались, обсуждали, опять же, тоже уже вот выше по эфиру мы обсудили и тему образования, как оно организовано, насколько с заботой о людях, о том, чтобы каждый получил образование. Вот. И хотелось бы сейчас, опять же, обсудить, проговорить шестую основу, это развитие личности. То есть, когда вот опять же образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. До создания условий и расширения возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. То есть, и вы вот уже приводили такой созидательный пример о том, что это делается, это осуществляется уже прямо сейчас, когда каждому ребенку доступно образование. И вот также еще по шестой основе есть такой момент, как каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Вот, и если можно сейчас тоже, может быть, как-то раскрыть поподробнее, может быть, вы еще что-то хотите добавить в тему шестой основы. Конечно, хотелось бы, чтобы образование было касалось именно понимания жизни, чтобы каждый человек мог себя реализовать. Тем более, что в нашей жизни, в жизни нашего общества есть уже примеры такие, когда дети постигают общепринятые, скажем так, количество информации, общепринятые стандарты за очень короткий срок. Это зависит от процесса, организации процесса. То есть, когда человеку что-то интересно, когда уже с детства с ребенком начинают разговаривать как с личностью, когда позволяется ребенку высказывать свое мнение по многим вопросам, как оно может отличаться от мнения учителя, преподавателя, скажем так. Умные учителя и сейчас не стараются ограничивать ребенка. Хотя вот современные образовательные стандарты мешают образованию человека именно как развитой личности, понимающей мироустройство, понимающей взаимосвязи. Вот это должно развиваться, чтобы человек с детства, и не только в семье, но и в школе, как вот в начальной социальной структуре, в которой он общается с другими людьми, чтобы он мог уже с детства понимать, что да, я личность, да, я могу знать что-то больше, чем другие, могу знать что-то другое, соответственно, могу делиться этим другим, могу, другие могут делиться со мной своими пониманиями. Здесь мы можем найти какое-то новое знание, новое применение наших вот этих способностей каких-то, чтобы в результате получался человек-созидатель. Созидательное общество, оно должно не может состояться без людей-созидателей. Вот эти в России, Советского Союза, был такой период, когда массово просто людей-строителей, созидателей. То есть есть примеры в жизни, что это возможно. Значит, надо эти примеры хорошие сейчас принять в образовании, в том числе. Спасибо. 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 Очень полно раскрыли основы. Я просто хотела напомнить нашим зрителям, что участником прямого эфира может стать каждый. Присоединиться к нам очень просто. Под этим видео будут ссылки. Пожалуйста, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, потому что мнение каждого человека, каким он видит созидательное общество, очень важно. Ждем вас. Да, спасибо, Ирина. И также вы можете снимать ваши видео, опять же, присылать их на почту info@allatra.net.com и выкладывать их, получается, в интернете, в соцсетях, на Ютубе с хэштегами «Созидательное общество»,
«АЛЛАТРА» и «АЛЛАТРА Unites». Да, а мы сейчас, я зачитаю ответы, которые отправляли наши зрители во время эфира. Мы задавали вопрос, как переводится слово «Лабытнанги», название города Лабытнанги. И у нас есть вот такие ответы, как, например, «быстрые олени». Есть еще такой вариант, как «край света мира». А есть вот такой ответ, что Лабытнанги переводится как «трилиственница». Вот. И очень развернутый ответ кто-то прислал нам, очень интересный. Это Лабытнанги, если разделить на слоги, то означает «ла» – общий источник, душа, «быт» – быть, существовать, «на» – то, что известно человеку от предков, частично проявленное, «ги» – движение потока, передача истины. Вот. И, пожалуйста, Николай, вы сейчас можете озвучить правильный ответ. Может быть, кто-то уже ответил правильно. Из перечисленных ответов все ответы хороши, но в переводе с хантыйского языка лабытнанги обозначает семь лиственниц. Да. То есть зародилась деревня Лабытнанги, тогда еще поселение первое, вместе, в том месте, где из одного корня произрастали семь стволов лиственниц. И вот оттуда пошло название семь лиственниц. Очень интересно. Спасибо. Спасибо, уважаемые зрители, за то, что вы участвуете, за то, что вы отвечаете на такие вот интересные вопросы. И мы еще раз приглашаем всех на конференцию 20 декабря о создательном обществе, о том, как нам его построить всем вместе. Благодарим Николая за наш эфир, за то, что вы согласились прийти на него, поучаствовать. Спасибо большое всем зрителям. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА Unites». Или присылайте на почту info@allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.